Друзья, всем прекрасного осеннего вечера и хорошего настроения. Приобрела пряжу вот такую вот. Овечья шерсть, тройная нить, очень теплая для вязания носочков и следочков. Раскрутила бухту, вот такой вот клубочек у меня вышел с одной бухты. Это у меня белая, овечья шерсть, тройная нить, очень теплая. А здесь вот у меня коричневая. Тоже овечья шерсть. Это вот одна бухта получилась. Раскрутила светло-серую бухту. Буду добавлять вот такую полосочку. Здесь у меня остаток цвета вишни. И здесь у меня в больших бухтах осталась пряжа. Вот таких вот она в больших бухтах. Буду раскручивать дальше большие бухты. Надеюсь, получится очень теплые носочки и следочки. Друзья, кто не подписан на мой канал, подпишитесь, поддержите мой канал лайком. С вами была Алина. Увидимся в новом видео.